БСПУ Холл продолжает радовать студентов интересными событиями. Одним из таких стал слет студенческих отрядов из осени в лето. 18 ноября, в канун дня рождения БГПУ, были подведены итоги третьего трудового семестра 2021 года, а гости мероприятия высказали слова благодарности и наградили грамотами и памятными подарками лучших командиров и бойцов, а также и сами студенческие отряды нашего университета. Вы талантливые, вы работали здорово, с душой. Вы вложили часть себя в подрастающее поколение, поэтому вы большие молодцы. Уже более 1400 студентов университета в период летних каникул приняли участие в социально значимой деятельности, и с каждым годом их количество только растет. Работа вожатого дает студентам уникальные знания и возможности для личностного и профессионального роста. И что самое важное, позволяет лучше узнать себя и открыть самые неожиданные таланты. Мария Галькова, Ольга Азява, Валерия Левицкая, Диана Комлик. Студ ТВ БГПУ.